Вот знаете что, мне надо посмотреть еще iPhone. Покажите, пожалуйста, да. Вот я хочу. Четвертый айфончик. Вот, давайте. Спасибо. А вот чтобы вы не торговали больше такой продукцией, и чтобы всем показать, что это все, что надо пользоваться, по крайней мере, изготовлять наши товары, я сделал вот такую штуку, блядь. Вот такую я, блядь, штуку, нахуй. И вот такую, вот. А! Вот так, чтобы показать. Надо пользоваться нашей продукцией, а не этим говном западным. Понимаете? Вот. И еще... все нормально, шеф, все не надо, не мешай, все. Сейчас я еще сделаю для всех вот такую штуку, да? То есть, за Россию! Бля! Покупайте русские телефоны, айфоны. Все должно быть нашим, по-любому. Вы торгуете импортным товаром, да? Ну как бы все против этого, импортным товаром. Надо продавать российский товар, согласитесь со мной, правильно? То есть давать нашим людям, правильно, нашим людям работу. Поэтому давай. Дай красный. А, у тебя есть импортная фирменная Adidas что-нибудь? Ну давай, ладно. Вот. Видите, вот это считается импортные трусы, да? Я считаю, что это дерьмо и тряпка, да? То есть, ну как? Что это вообще такое, понимаешь, ты? Это вообще, понимаешь, это один раз постирал, все, они уже не импортные, понимаешь? Поэтому с ними нужно вот так вот, да? Дай, я сам пойду. Вот она! Вот она борьба, блин! Видите? Вот что значит импортная вещь, поймай, я тебе фуфло все, поймай, я все. Вот так надо с этим расправляться. Правильно я говорю? Правильно, дай мне банку, дай мне сейчас ребятам покажу фишку. Вот банка, сзади стоит. Давать надо своим. Давай! Сказать. А потому что они меня назначили министром культуры, понимаете, казачьего общества. Лучшие дни своей жизни Борецкий провел на подтанцовках у Шнура. Потом у Стаса начались черные деньки, но казаки назначили Борецкого министром культуры казачьего общества. Тише. Оставили без дома, Так, Станислав, все. Я тебе разобью. Есть вообще кто здесь? Ох, Дёс!